сказали, мы с Веркой дружим, пока муж на работе. Не, он у нее этим охранником работает, все время с пистолетом ходит, так что я каждый раз как на передовой. Он недавно дружим с Веркой на диване. Вот. Ну, а тут вот такое вот ощущение, как будто вот чувствую ключ в замке. Знаешь, вот, ну, чувство такое, как вот серпом. По пальцам вот так вот. Ну, думаю, все, отбегался кролик Энерджайзер. Сейчас он тебе батарейки-то отстрелит. Ну, вскочили с дивана с Веркой. Она халатик набросила, ну, как бы уже святая, понимаешь? А я рубашку, пиджак, а нижней части ни одной детали. Я ж не знал, что все за диван завалилось. Бегаю по квартире, ищу, ничего не могу найти. Уже дверь открывается, я на кухню вбежал, спиной к окну сел, стол к себе подвинул, скатерочку на колени. Все. То есть алиби сверху, все улики внизу. Слышу, муж Веркин в коридоре говорит: я такой голодный и злой, если кого убью, даже не пожалею. А я сижу, особых иллюзий и не питал, сижу, жду смерти. В это время Вера, такая умная очень, говорит: а мы тут с Василием Петровичем, с нашим главным бухгалтером, годовой отчет составляем. Василий Петрович, идите к нам в коридор, и я вас с мужем познакомлю. Думаю, господи, я представил себе картину на секунду. Я со столом Месси иду в коридор. Это хорошо, когда тебя кистью художник на холсте пишет. А не дай бог, следователь мелом на полу. Это мне зачем? Не успел я подумать, как бы сбежать, вдруг входит муж ее. Входит, на меня посмотрел, подошел, протянул руку. Я чуть-чуть привстал, ну, чтобы не разочаровывать его. Вот. И сказал такое, от чего думал, сам умру. Я говорю: ну-ка, пока годовой отчет с вашей женой не составим, я с нее не слезу. Неожиданно муж Веркин сказал: я такой же принципиальный руководитель. Вот вы пока годовой отчет с Верой не составите, она в полном вашем распоряжении. Я думаю, господи, если хозяин просит, что же мы не выполним, только желательно в его отсутствии, чтобы остаться в живых. Вот, присели. Муж говорит: Вера, на стол накрывай, у нас такой гость. И мне говорит: не возражаете, я ножик поточу. Ну, я и с тупым ножом, в общем-то, комфорта особого не чувствовал. Я говорю: точите на здоровье. Вынимает он вот такой тесак и начинает точить. Я одним глазом на нож, другим на пистолет. И говорю: стреляйте, небось, хорошо. Он говорит: с 10 шагов белки в глаз, элементарно. Я думаю, что, каких 10 шагов? Руку протянул, глаз. И фамилия моя Белкин, понимаешь? Тут он топор достал. И говорит: не возражаете? Чего возражать? Когда, в общем-то, туша на лицо, разделывать же надо острым топором. Ну, я говорю: может, вы и топор бросать умеете? Он говорит: с 25 шагов в дерево толщиной с вас попадаю элементарно. Я посмотрел на входную дверь. Шагов 10, думаю, не успею. В это время муж Веркин говорит: а за вашей спиной наш любимый говорящий попугай. Он что видит, то и говорит. Я эту общипанную курицу давно заметил. Смотрю, молчит. Наверное, слова подбирает. Не дай бог. В это время скрипнула дверь на кухню. Я посмотрел, вошел такой небольшой бультерьер и под стол нырь. Я посмотрел на Верки, он мужу, он сказал: да что вы, собачка у нас мирная, обнюхает, так, если
если какая мелочь ее заинтересует. Сказав мелочь, он что, обидеть хотел? Какая не есть мелочь моя? Верке всегда нравилось. Вдруг скрипнула дверь, на кухню заходит кошка. Кошка и тоже под стол. Нырь. Я думаю, да господи, что же у них там? Музей, осмотр шедевра. Он говорит, да кошка у нас вообще игривая. Так, если что болтается, вцепится, не оторвешь. Я думаю, господи, это ж надо. Нашел себе женщину. Муж с пистолетом, с ножом, с топором. Говорящий попугай, собака, кошка. Вдруг звонок в дверь. Родители ее приперлись. Ходят на кухню, она говорит. Познакомься, Василий Петрович, моя мама. Я кивнул старушке. Вера говорит, когда с женщиной знакомиться, вставать надо. Я думаю, если встану, старушка ляжет. Папа наглый гад оказался. Подошел, дернул меня за руку. Я чуть-чуть привстал. И в это время попугай как заорет. Попка! Попка! Веркин муж сказал, он в жизни себя никогда попкой не называл. Я думаю, это слава богу, он вам остальное не рассказал, чего видел. В это время опять скрипнула дверь, и на кухню зашел тот же бультерьер. А в зубах у него была вся моя нижняя часть одежды. Я понял, мою жизнь может спасти только элемент неожиданности. Я резко встал и сказал, вынужден вас покинуть. Извините, дела. И резко вышел с пятого этажа в окно. И ничего страшного, что у меня сломана нога, шрам от топора в спине и пуля в жесткой части тела. Но теперь ни к одной женщине я ни ногой без запасного комплекта одежды.